Богатые на события выходные ждут северодвинцев. 18 июня в 11 часов парк культуры и отдыха приглашает гостей на традиционную зарядку со звездой. Ее проведет наша коллега, ведущая телеканала ГТРК и радиостанции «Европа Плюс» и «Русское радио Северодвинск» Ольга Савинова. А в воскресенье парк культуры и отдыха встретит свой 44-й день рождения. В этом солнечном теплом уголке каждый может вернуться в детство и окунуться в атмосферу гармонии. Гостей ждут приятные скидки – 50 рублей на каждый аттракцион. А с 14 до 16 часов в парке развернется увлекательная праздничная программа. Здесь будет шоу гигантских мыльных пузырей, будут музыканты, будет мим. То есть здесь будет очень много интересного, поэтому приглашаю всех с 14 до 16 в парк. Ну и воспользуясь случаем, я хочу поздравить директора парка Аллу Никоновну Зажигину, которая дала парку 37 лет. Поздравить с очередным нашим праздником. Вот, пожелать ей крепкого здоровья. Пусть все у нее складывается хорошо и приходит нам в парк. Приходите и вы за яркими впечатлениями.